масочку одел. Это мой скутер. Здравствуйте! Старший лейтенант, товарищ. Ваш? Да. Ефремов. А чего вы возле него крутитесь? Ефремов Воровский, состоявшийся ДТП с кутом. Сейчас позвонят и скинут фотки, кто уехал. А у вас там... Ваш? Там сломано. Вот, слушай. Да. Не, ну, тут... В общем, если было плохо слышно, инспектор объяснил, что ДТП произошло, и какой-то скутер покинул место происшествия. И они решили посмотреть мой скутер. Давай, я буду ждать. Здрасте. А чем заинтересовал скутер? ДТП у нас на Воровского и прямо со скрытием. Скутер там. Скрылся с места, будет это посмотрим. Точно такой же? Сейчас позвонят, скажут. Мы увидели, просто стоит. Может, не доехали, нас скрылся. Я понял, хорошо. Вот так вот. Ну, посмотрим, что там у нас произойдет. Маячки включили, ну, прям... Прям все шикардос. Так, номер патрульного автомобиля. Максим 10-51, 23 регион. Надо дергать отсюда поскорее. Ну куда? Сейчас, подождите, нам отзвонятся. Скажут, какой цвет, и мы все, две минутки, хорошо? Мы ждем звонка. Ясно. Все. Ну, дайте проехать. Отойдите с дороги. Подождите, две минуты, подождите. Сейчас нам скажут, и мы вас без вопросов. Дайте уехать! Уехать дайте! Мне скрыться надо! Как мне от вас убежать? Да мы вас не видим, убежать. Надо убегать, убегайте. Так вы стоите, перекрываете мне дорогу. Сейчас, позвоните, поедем. Есть секунды? А что за скутер был? Какого цвета? Вот, как кажется, созвонился. Это вот это последствия ДТП? Мы сразу подъехали, вы же видели. Ага. Посмотрели. Понятно. Ё-моё. Вот после вот этого ДТП, видите, морда разбита. Я никак не могу скрыться с места преступления. Тут вот еще, видите, аккумулятора нету.
Это когда скутер угоняешь, просто аккумулятор снимаешь, и все, сигнализация перестает работать, можно дергать. Вот тут-то я и попался. Вот тут-то я, ребята, и попался. Видите, признаки у меня какие? Аккумулятора нету, морда разбита, произошло ДТП. Вот, и скутерист скрылся с места происшествия. Вот, гаишники поймали скутер, вот, и не отпускают. Я хотел удрать, но видите, что получается. Ничего не получается. Все признаки того происшествия, да, которое сегодня произошло на Ефремова в Армавире. Скутер попал в ДТП, скрылся с места преступления, убежал, да? Вот, и вот гаишники вот посмотрели. Нет, оказывается, не тот. Мы поехали обратно на трассу. А знаете, где они стоят? Вон там вот за деревьями у них дислокация. Вот они сейчас туда поедут на трассу останавливать грузовички. Ну, понятно зачем, да? Каждый уже догадался, да, зачем. Вот, в общем, вот такие вот дела. Ладно, ребята, спасибо за просмотр. Всем пока.